Завершение строительства спортивного сооружения, возводимого в рамках реализации региональной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография», жители райцентра, особенно молодое поколение, ждут с особым нетерпением. Строительство ФОКа проинспектировал глава района Заур Хамерзов, который лично контролирует ход работ. Он прошел по объекту, поговорил с подрядчиком, ознакомился с ходом работ и соблюдением графика. На объекте имеются все необходимые материалы. Подрядная организация сейчас занята работами по возведению каркаса.